Практика театра. Проект подготовлен совместно с театром «Практика». Здравствуйте. Сегодня в программе «Практика театра» с нами замечательный музыкант, лауреат «Золотой маски», член Союза композиторов, преподаватель Московской консерватории и теперь еще куратор нового музыкального направления в нашем театре, в Театре «Практика» Алексей Сюмак. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Я вот хотела задать первый вопрос, да, Алексей, почему именно театр «Практика», а не какой-то другой театр, не другая площадка, и чем вам интересно заниматься здесь с нами развитием этого направления? Потому что Алексей у нас куратор музыкального направления в театре. Здравствуйте, Марина. Ну вообще с театром практика у меня достаточно э, долгая любовная история. Я всегда любил этот театр, я достаточно часто в него входил, когда еще еще будучи просто зрителем. Вот, но несколько лет назад у меня была такая удивительная встреча с Димой Брусникиным. Мы с ним познакомились после концерта Теодора Курендиса, и он мне сразу предложил. Вместе попробовать сотрудничать. И тогда вот он предложил делать Мороз Краснонос. Собственно, тогда мы с вами, Марина, познакомились, ну, да, вот, так, да. и тогда очень долго обсуждали этот э, проект. Да, это наша еще одна такая совместная мечта: сделать камерную оперу. Вот, мне кажется, что, «Мороз, что наверное, с этого все и началось. Мы сначала Наш думали мы тобой, об да. экспериментальном проекте, о том, чтобы сделать в стенах драматического театра, именно вот, практики, э, поставить музыкальный спектакль. И чем больше вы об этом говорили, тем больше понимали, что это достаточно важная история, и она, возможно, даже в какой-то степени симптоматична. И мне кажется, что такой путь драматического театра в сторону музыкального, а музыкального театра в сторону драматического театра, он достаточно симптоматичен для нашего времени. На многих площадках драматического театра сейчас абсолютно закономерно ставятся современные оперы. И, а зачем? Вы знаете, мне кажется, что очень показательно то, что сейчас происходит на нашем главном фестивале и конкурсе ⁇ Золотая маска ⁇ в которую я в этом году состою. Если вы помните, изначально одна из сейчас важнейших номинаций, которая сначала называлась, новация, mm -hmm. и она была предложена, потому что действительно появлялись совершенно новые сценические театральные постановки, которые нельзя было отнести ни к драматическому театру, ни к музыкальному. Сейчас эта номинация называется «Эксперимент», и это, может быть, даже наиболее полная и сложная наполненная номинация, в которой огромное количество разных предлагается спектакль на суд жюри и слушателей. И, и почему сейчас эта номинация стала вот такой важной, и в том числе ее рассматривают оба жюри, и драматическая, и музыкальная. Ну, видимо, сейчас это общая тенденция, когда театр, не как институция, а вот как культурное явление, вот находится в таком сложном поиске и такая интеграция драматического в музыкальный и наоборот, мне кажется, сейчас очень яркой и очень показательной. Это все возвращаясь к тому, почему мы решили все это делать на площадке театра практики. Почему не оставить оперу опере, да? Ну, тут очень много явлений, которые сплетаются, и мне кажется, что площадка театра-практики максимально точно подходит. во она же очень маленькая. я как раз именно хотел с этого и начать. Ну, во-первых, сейчас авторы спектаклей и публика уже давным-давно вот стараются идти максимально в ногу и э, сокращать э, дистанцию между собственно сценой и зрительным залом и чем меньше соответственно площадка тем ближе эти встречи э, случаются в моей опере, извините, что я вспоминаю ну, сейчас. Но, поэтому да, вас и позвали, что вам есть, есть про что рассказать, Алексей. Которую мы кажется, делали с Семеном Александровским, Александровским и с Перетрухиной. У нас большая часть... Опера это Кантер, опера Кантас, которая была поставлена спектакль. в Перми. У нас большая часть... И Теодором Курентисом, который получил золотую маску. Да. Немножко э, вас сейчас представил. Спасибо. <laughs> uh, у нас большая часть спектакля проходит на сцене. То есть публика вот, в прямом образом соединяется с создателями спектакля, которые тут же находятся, и с исполнителями. И в театре практика у нас есть потрясающая возможность это делать вот непосредственно в силу структуры этого пространства и в силу наших всех всеобщих стремлений. Алексей, давайте поговорим немножко про 6 апреля. Да, что это будет за событие? Мы хотим, что в апреле открыть в практике наше новое музыкальное направление. И у нас будет такой концерт, да, который называется 21.00. Еще не поздно узнать о современной музыке. И вот, пожалуйста, расскажите, да, что это будет за концерт, зачем это надо, почему он так называется? А, почему так называется? Зачем надо узнавать о современной музыке, скажу так. Зрителю, который ходит в театр практик. Ну мы достаточно масштабно затеяли эту новую, это новое направление в театре, которое мы назвали музыкально-драматическим музыкально -драматическим направлением. И у нас есть целая выстроенная система того, как она будет организована. Начну с конца. В, в итоге мы хотим прийти к тому, чтобы ставить полноценные спектакли на площадках и на большой и на малой сцене этого театра. Камерные оперы или музыкальные спектакли. И мы с вами долго обсуждали и пришли к выводу, что, наверное, интереснее всего было бы создать свой музыкальный коллектив, а именно маленький оркестр, ансамбль. И вот буквально сегодня мы закончили прием заявок и рассмотрели. Их получилось больше 120. Огромное количество ребят, и что очень радует, огромное количество талантливейших ребят, и знакомых, и, и незнакомых, и много вокалистов и девочек и мальчиков, которые вот искренне и с огромным желанием как хотят в, в, участвовать То есть, в наших экспериментах ансамбль под названием "Практика" ансамбль, ансамбль который будет так и будет называться "Практика". Uh -huh. И э, мы сразу же хотели э, ребятам предложить не просто э, играть э, в каких-то спектаклях музыкальных, а вот пройти какой-то сложный такой обряд инициации посвящения в вот таинства театра. И мы им предлагаем участвовать в мастер-классах и принимать самое активное участие в работе с режиссерами, драматургами, mm -hmm. актерами, композиторами. И э, так получается, и, собственно, мы, видимо, не мы к этому и сознательно идем, чтобы создать в театре практика такое пространство, где бы все... Художники, исполнители, вот находили бы друзей и просто пробовали свои силы в самых разных областях и экспериментировали на этой площадке. Uh -huh. а, это второе. Ну, и, собственно, естественно, так как нам нужно было с чего-то начинать, мы решили начать с серии концертов, которые были бы ну, совершенно непростые. Это вот с самого начала мы хотели бы заявить об э, разных уровнях интеграции и зрителя, и актеров, и музыкантов, и певцов, и поэтому у нас будет очень непростая программа, но я ее озвучивать не буду, потому что должен быть элемент сюрприза. Приходите. Вот, конечно. Да, к нам приходите. Э, публика будет очень активно участвовать. Более того, ей придется быть э, соучастником и исполнителем некоторых произведений. У нас будут интересные почетные гости. И во многом я надеюсь, что будет много интересных и радостных сюрпризов для всех. Да, мне это вот очень интересно, потому что, когда Алексей рассказывал про одну из идей этого концерта, который называется «Лаборатория современного слушателя», мне вот очень интересна эта тема, потому что, действительно, если публика и зрители сами будут вовлечены в некое творчество, по-моему, это прекрасно. И я хотела еще добавить вот к рассказу Алексея, что Сейчас у нас проходит э, вторая сессия нашей лаборатории постдраматургии, которую театр практика делает вместе с СТД и с э, Любимовкой. И как раз это соединение драматургов с композиторами. Сейчас сессия, и возможно, что да, ребята, которых отберут… Ну, вот буквально это было вчера практика, или позавчера, когда вот была первая встреча с драматургов с композиторами. Тут же возник вопрос о том, Дайте нам да, дайте нам исполнителей. Yeah. И мы все больше и больше с каждым. Мы понимаем, что вот это... Что ансамбль, да, это, что свой ансамбль это просто ну, совершенно правильное решение. И оно просто является спасительным не только для нас. И более того, и вот я, наверное, позволю себе рассказать некоторые... Наши иду далеко идущие планы, еще вот на этапе становления нашего ансамбля, уже сейчас есть огромное количество предложений, связанных с копродукцией, либо с институ институциями театров, либо с компаниями, которые хотели бы активно с нами сотрудничать и участвовать. Так что я думаю, что и для ансамбля, и для всех, кто будет собираться на площадках театра практики, будет. Сложная, большая и интересная работа. Да, можно я вот еще задам такой вопрос Вот в нашей беседе с Баяковым, с Эдуардом он как бы отозвался о нашем направлении музыкальном развитии театра практика, так ну как бы негативно. Он сказал, что он расстроился, когда об этом услышал. И зачем это делать, если есть электротеатр? Да, вот я хотела прям спросить вот зачем нам это надо, если есть электротеатр? Алексей с Борей Юханановым я встречался три дня назад. И мы обсуждали один из проектов, который я хотел бы осуществить, и, собственно, Борис с ним предложил это сделать на сцене электротеатра. Со мной были Сандровский Семен и Ксюша Перетрухина, с которыми мы, собственно, делали оперу «Кантас», про которую я до этого рассказывал. Боря говорил, ну, всегда очень... Не, не, с ним вообще не, не, всегда непросто, потому что он э, очень яркий художник, который э, знает э, прекрасный театр, и у него есть четкое видение того, как театр должен развиваться, по какому пути идти. И поэтому всегда наши с ним э, переговоры э, носят очень глубокий философский и культурологический характер. И в этой беседе, когда вот мы с ним встречались, он затронул такой интересный вопрос, сказал, что вот, конечно, сейчас самое сложное это вот музыкальная составляющая любого спектакля, особенно если он идет на сцене драматического театра, каким сейчас является электротеатр. Естественно, я тут же ему рассказал о том, что мы сейчас заканчиваем набор в ансамбль театра практики. Он тут же меня перебил, говорит Леш, ну наконец-таки. Я ждал, что ты это скажешь, потому что мы все ждем очень какую-то копродукцию с новым музыкальным объединением. И говорит, вот теперь я готов с тобой говорить дальше уже немножко на другую тему. И это все к тому, что, по-моему, все ждут вот этого соединения и вот дальнейших путей развития вот этой этого соединения драматического музыкального театра. Мы не хотим идти в какой-то конкурентной борьбе вот против кого-то или вместо кого-то. Наоборот, мы хотим здесь собрать друзей. И мы постоянно об этом говорим, когда обсуждаем те или иные проекты. И более того, приглашаем всех желающих сотрудничать, пробовать, экспериментировать. То есть мы просто расширяем возможности не только в возможности практики, а мы даем возможность всем пробовать, экспериментировать и с нами сотрудничать. Uh -huh. Uh -huh. И в общем создаем, конечно, такое не конкурентное поле, да, а наоборот поле, где где возможно всем вместе дружить и просто развивать это направление, такое востребовано сейчас. Естественно. Меж междисциплинарное. почему немножко еще поговорим вот про это междисциплинарное Давайте. направление вообще в современном театре. Чему это вдруг возникло, и как это важно? Ну, мне не хочется э, очень глубоко вдаваться в культурологические и философские аспекты а этого почему? объединения. Но ну, потому что это очень сложный всегда вопрос, да. и о котором мы говорим каждый раз, когда встречаемся и с композиторами, и с музыкантами, и с постановщиками, и драматургами. Но, видимо, это самое важное, что волнует э, современного ищущего человека, занимающегося, занимающегося творчеством. Но все соглашаются с, с мыслью о том, что сейчас театр, наверное, переживает самый сложный и самый интересный период вообще, возможно, всю историю своего существования, начиная с вообще античности. Сейчас театр, который в 20 веке, испытал и попробовал буквально все. Во-первых, выходит за рамки своего привычного существования, то есть вообще за рамки, казалось бы, того, что незыблемо для театра, а именно это общение с непосредственное общение с публикой. Сейчас есть такие спектакли, в котором зритель вообще может, в котором зрителя может не быть как такового, или в котором может не быть актера, где зритель предоставлен сам себе, или музыкальный театр, в котором нет ни одной написанной ноты, так называемые текстовые партитуры, или, наоборот, драматический театр, в котором вдруг может возникнуть абсолютно порочная опера. И вот это вот сложное соединение разных элементов, по-моему, и вот такой сложный поиск точки восприятия зрителям и точки подачи материала создателям. По-моему, это вот сейчас самый важный момент, который интересует всех, кто интересуется театром. А можно я еще задам такой очень, может быть, примитивный вопрос, но просто знаю, что не, много людей не, не понимают, что такое современная музыка, и не пытаются понять, почему, почему надо все-таки интересоваться и почему надо пытаться войти в эту. Она же очень сложная для слушателей. Современная музыка очень разная, этого. это. <с> Я очень часто говорю, например, часто объясняю своей маме, которая говорит, я, мне очень сложно идти на концерт современной музыки, потому что я там ничего не понимаю. И она сразу оговаривается, говорит, ты мне постоянно, Леша, говоришь о том, что нужно для того, чтобы понимать, как можно больше Знаешь. стараться знать, как это устроено. Вот. Но с другой стороны, да, это безусловно все так, но с другой стороны, композитор, если мы говорим о музыкальном сочинении, тоже, ну, наверное, не должен не учитывать аспекты восприятия слушателям, если он хочет донести максимально точно свои переживания, свои какие-то философские мысли, художественные концепции. И это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, не хочется понижать планку сложности устройства современного мира. И художники, естественно, описывают, прежде всего, то, что окружает их а с другой стороны, невозможно такой бесконечный разрыв между воспри между слушателем, потому что иначе само искусство теряет свое изначальное назначение, да, быть услышанным и быть в диалоге. Поэтому Именно поэтому, в част и в частности поэтому, возникает, возникло такое огромное количество самых разных направлений, начиная от э, совершенно простых для восприятия, это и минимализм, и в театре, и в, э, в музыке, и э, заканчивая самыми сложными в, в музыке, это э, новая сложность, важнейшим представителем которой Ферли Хоу является. И, э, тот театр, о котором говорят и Борис Яхлананов, и Васильев. Это так называемый театр полноты, в котором собираются все возможные элементы, которые только можно представить, которые так или иначе относились бы к разным уровням восприятия какой-то театральной ситуации. И вот этот поиск, по-моему, это и есть современный, современный театр и современная площадка. Спасибо. Алексей, а назовите композиторов, которые вам интересны. Мне мне интересны современные композиторы, с которыми я сейчас очень много общаюсь. Не хочу, не хочу называть, чтобы кого-то из них Хорошо. специально выделять. Вот. А, а из более классических композиторов XX века это композитор итальянской школы это Шарина, Шелси, Бериво. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С нами сегодня был Алексей Сюмак и Марина Брусникина. Практика театра. Проект подготовлен совместно с театром «Практика».